Не менее 500 000 квадратных метров жилья с электроотоплением построят в Беларуси в этом году. Такие дома возведут во всех регионах. За основу взяли опыт европейских стран, где почти треть домохозяйств пользуются электричеством для теплоснабжения. Это перспективное направление предпочтительно и с точки зрения экологии. Белорусский авиаперевозчик возобновляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля, а в Ростов-на-Дону с 13. Также увеличивается количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. С сегодняшнего дня улететь в российскую столицу и вернуться в белорусскую можно будет не только по понедельникам, средам и пятницам, но также по четвергам и воскресеньям. Количество иностранных обучающихся за 5 лет в Беларуси увеличилось на 35%. Такую статистику озвучили в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, больше всего на учебу молодежи приехала из Туркменистана, Китая, России. Всего 26 тысяч молодых людей из 107 стран мира. ГАИ призывает водителей не препятствовать работе снегоуборочной техники, не опережать колонны и не оставлять автомобили на краю проезжей части. В период непогоды наряды ДПС несут усиленное дежурство. В сложных погодных условиях специалисты призывают к осторожности на дорогах. Стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказываться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа. Самым значимым произведением автора стала трилогия «Полесская хроника». По значимости и художественному достоинству ее сравнивают с «Новой землей» Якуба Колоса. К юбилею драматурга в Национальной библиотеке открылась выставка.